Привет всем, кто смотрит мой канал. Меня зовут Марина. И сегодня хочу вам показать свои покупки. Вчера я ездила в Пардубице. Как вы знаете, я в Чехии нахожусь сейчас. И заходила в магазин Sephora. Купила себе уход для лица от Clinique. Вот такой вот. Для сухой кожи, под глаза, для лица и серум. Серум я взяла 50 миллиграмм, потому что, ну, просто как бы попробовать, сначала подойдет, не подойдет. И если брать 100 миллиграмм, то там идет такой в стекле серум, и с дозатором красивенько все оформлено. Ну, а для пробы я взяла как бы 50 миллиграмм. Значит, это такая сыворотка, она такого желтого оттенка, и она как бы не увлажняющая, она идет такой нейтральный запах, а больше питательная. Лицо такое прям становится напитанное, нежное такое, бархатистое. Вот такая вот она. И кремчик я взяла полегче, потому что, ну, если серум такой питательный, да, если я еще и крем возьму питательный, то, ну, чересчур будет перегружено лицо, поэтому крем вот такой вот, именно увлажняющий, выглядит он, сейчас одну минуту не могу схватить, выглядит он вот так вот, аромат тоже такой нейтральный, скажем так. Тоже очень хорошо увлажняет. То есть я наношу серум этот, потом наношу вот этот крем. И под глаза я тут примостилась. У меня, как вы знаете, еще нету своего места. Все еще на заднем плане выглядит не так, как хочется, но со временем все устроится. И под глаза вот такой вот кремчик, вот он такой прям как вот так он выглядит, как масло похоже, такой прям питательный, но это именно то, что мне надо для зимы. Под глаза. Здесь он убирает мешки под глазами, ну так рассказывается, пишется. Мешки, отечность и небольшие морщинки тоже как бы убирает. Но это мы посмотрим все со временем. Я сегодня пользуюсь им только первый раз. И правильные, да, отзывы точные я уже скажу через как бы месяц где-то. Но пока мне нравится, все хорошо, лицо напитанное, увлажненное и не сыпет меня, потому что у меня лицо очень чувствительное, и если что-то не так, то быстренько начинаются покраснения и высыпания. И не удержалась я, конечно же, и купила себе тональный крем Lancôme Tight Idol 30 миллиграмм в оттенке 0,10. Он светловат, ну, для зимы пойдет, но для моей кожи, она у меня с таким желтым подтоном, светловат немножко. Но в принципе, когда я делаю контурирование лица, оно все сливается, и как бы общий вид, да, хороший, мне нравится. Этим тональным кремом я буду пользоваться, ну, как бы на выход, там, в город поехать или еще что-нибудь. На каждый день у меня есть тональные крема. Это Риммель, это Буржуа Сиси крем, Паэза тоже хороший тональный крем для сухой кожи. Вот, так что вот такие покупки у меня были. На этом все. Как только подсобираю какие-то продукты более-менее так побольше, о которых можно будет дольше снять видео, обязательно сниму. И хочется мне теперь декоративной косметики купить.
Так что увидим. И смотрите, мое следующее видео будет о визе в Чехию. Как уехать именно не по рабочей визе, а по для семьи, если семья хочет соединиться в Чехии. Как и что, какие документы нужны. Смотрите следующее видео. Пока.